что, ребята, как я вам обещал, на прошлой неделе я отправил свой дрон в ремонт, потому что я на него жопой своей сел и раздавил один луч. Давайте теперь посмотрим, что оттуда пришло. Делала шведская компания, не DJI. DJI слишком много денег попросил, около 500 евро. А шведская компания, я за все это заплатил, можно сказать, 147 евро. Поэтому давайте сами и посмотрим, что здесь такое. Что тут они вообще нам сделали. Так, давайте посмотрим, что он сделал. Так, ага, сразу видно, что не оригинальный луч. Наклейка выпирает. Прям как будто сама приклеена, да? И вот сами видите, криво стоит. Ну а так, давайте потрогаем здесь. В принципе, идентичные. Разницы нет. Вот если бы вот эту наклейку, вот эту, которая здесь стоит, неровно, да? Если бы приклеили ее ровно, было бы, конечно, можно было бы не догадаться, что это фуфло. Ну как бы вот. Ребят, короче, заметил такую вещь. Вот то, что поставили не оригинальный этот самый луч, вот он здесь, да, на нем горит почему-то красная лампочка, непонятно. В принципе, это не такой большой косяк. Напишите там в комментариях, почему она горит, может быть, потому что это не оригинал, поэтому я подозреваю, что это из-за этого. В общем, ну, в принципе, эти лампочки, они нафиг не нужны ночью, когда летаешь, это больше палево, тебя видят везде, поэтому лучше без этого.